Всем привет! Сегодня у нас небольшая распаковка. Это у нас из магазина JD. По-моему, наушники QCY-QY19. Bluetooth наушники. У меня уже их много. Это будет у нас распаковочка. Я с ними тоже некоторое время побегаю. Буквально сегодня пришли еще вот такие ППБ. Они будут в другой распаковке. ППБ 021. Вот я с ними побегаю. Побегаю потом с этими. И сделаю сравнение. И, может быть, сравню их с какими-то из другими наушниками, с которыми я пользуюсь. QCY. Я смотрю, у них длинная вот эта штука. Ну, не знаю, насколько это будет удобно. Вот такой коробки. Это на JD я купил. Купил, кстати, недавно IB-Free была акция. Тоже очень советовали, поэтому я решил их взять, попробовать и сложить свое впечатление. На данный момент я хожу с наушниками ZST, ZS3. Вот так. Правильно. Такая картоновая коробочка обычная. Здесь такой вот отрывушничек. Что они все делают, наушники такие отрывные, что если не понравилось, не продать потом. Ой, все рвется, все ломается. То у меня уже их коллекция целая. Так, запаковали в отдельную коробочку инструкцию. Это, ну, я не знаю, зачем это. Инструкцию, тем более на китайском, с двух сторон. То есть, зачем вам мне инструкция в отдельной коробочке? Ну, ну и здесь на коробочке нарисовано, что это мануал, да? То есть, для крутых, ну, инструкция, конечно, черная, интересная, да? То есть, интересная, так сделана красивая обложка. Ну, а дальше идет... Какую кнопку зачем нажать? Я подозреваю, что они еще на китайском будут разговаривать. Вот, ну проверим, посмотрим. Дальше, дальше уже хоть не так запаковано, то есть вот так открывается. Смотрим, это, я так понимаю, наушники, зарядный кабель. Кабель обычный, коротенький, обычный микро-USB. И амбушюрки, амбушюрок много. Ой, одна улетела. Есть беленькие вот такие, самые большие получается. Двойные, вот таких у меня еще не было. Амбушюрок. А они все двойные. Да, таких у меня еще не было. Интересно, в чем прикол? Это плотнее в ухе садится? Или... Ну, не знаю, посмотрим, как оно будет по ощущениям. Вот, ну и вот эти вот держатели, которые держат на ухе, в мочку. Точнее, не в мочку, а в раковину вставляются ухо. Для того, чтобы наушник лучше держался. Ну, пока они нам не нужны, мы их обратно положим сюда. Вот, и давайте посмотрим уже на сами наушники. На наушниках есть уже одна эта резинка. Правое ухо. Ну, выглядят довольно-таки симпатично. И, ну, как по мне, они по размерам, может, даже все-таки, наверное, длиннее чуть-чуть, чем... КЗ. Одну секунду. Взял сравнить сразу с наушниками. Вот это мои сейчас любимые ZS3. Вот с ними. Да, ну одинаковые они по размерам. То есть даже вот так. То есть должны в ухе сидеть нормально. И тест на шапку тоже, по идее, должны пройти. Амбушюрка тут. Вот. А ну давайте еще посмотрим с ZST. И ZST приблизительно они одинаковые. Ну а сама вот эта капсула, она меньше. Померил наушники, в ушах сидят они круто. Ну посмотрим, как они будут играть, как они связываются с... будут сопрягаться с телефоном. Вот, мне все пока нравится.
Вот, ну и в отдельном видео, когда наберется там наушников или, допустим, ППБ, буду уже рассказывать более детально, добавлю, про эти наушники расскажу, и как они мне понравились, не понравились. Вот, а ну и фотографию, как они сидят в ушах, тоже добавлю. Вот, на этом у меня все, ставьте лайки, подписывайтесь, до новых встреч и удачных покупок!